Всем кул, бро, с вами Осич, и сегодня я решил записать видосик о багах FIFA Mobile, поэтому обязательно под видосиком наберите 20 лайков, чтобы видео вышло через 3 дня. Все, погнали, бро. И вот один из багов случился на моем аккаунте. Я проходил обычное испытание, бил створ ворот, и я не знаю, с того ни с сего Буффон как-то вздурел, и вот просто смотрите сами. Ну ладно, не будем ее оскорнять. Так, ты куда побежал-то, Буффон? Сука, Буффон, блядь. А куда он бежит-то нахуй? Стой, дебила кусок. Вы что, видели, что было? Короче, кто напишет прикольный комментарий под этот ролик, попадет в следующее видео, в самое начало. Ну и второй баг, который вы видите, это уже прозрачное поле. FIFA решил нас порадовать и вот такую раскраску раскрасила нам газон и дала нам шанс сыграть матч против соперника на таком замечательном поле. Конечно, я бы на таком поле не сыграл, но FIFA дает нам все шансы сыграть на таком суперском поле и победить нашего соперника. Ну что ж, на самом деле поле очень убого, потому что оно замедляет игрока. Ну, в принципе, нормальный баг, мне понравился. А у тебя случались ли какие-то баги в игре? Если да, то напиши в комментариях. И вот еще один баг FIFA Mobile 18. На день благодарения они запустили такой турнир с индейками. И вот тут надо было всех индейк загнать в этот круг, и тогда ты прошел испытание. И вот всех индейк уже как бы я загнал в круг, но, к сожалению, что-то испытание не получается завершить. Вот такой вот еще очередной баг FIFA Mobile 18 порадовал меня. Очередной раз уже FIFA Mobile нас пытается чем-то насмешить или удивить. Вот сейчас, как вы видите, на моменте заглючил игрок, который пытается куда-то убежать, но, скорее всего, за мячом. И как бы это очень странно выглядит. Серьезно. Помимо не появившихся полей и бегающих игроков куда-то непонятно, FIFA решила нас удивить порванной сеткой. Что? What the fuck? Да, серьезно. FIFA решила сделать из порванной сетки забитый гол. То есть вот посмотрите на повторе. Сейчас вы видите, мяч летит выше ворот, все, он улетел за перекладину. Фига, сетка порвалась, это гол. Вот, смотрите, просто. Как такое возможно? Просто, FIFA, ты даешь просто богу. Я не знаю, что это за дичь, но гол засчитали. Вы как бы видите сами. Прикольно, на самом деле, баг. На этом видосик подошел к концу. Обязательно поставь Лукас, подпишись на канал, если ты еще не подписался. И давайте, ребят, до 20 числа наберем 1000 подписчиков. Все от тебя зависит, бро.